что такое понятие качества? Качество и безупречность. Ну, это хороший автомобиль, хороший и надежный. Ну, в области автомобилестроения, разумеется. Такие автомобили мы можем спокойно отнести к этой категории. Кстати, немногие. Катались мы и вот для себя лично выбирали. И становили свой выбор на продукции корейского автопрома. Почему? Потому что машины не отличаются той бешеной ценой, как японские автомобили. Не отличаются той, ну скажем так, наездной, как китайские автомобили. И по ценовой характеристике. Сейчас есть хорошие корейские автомобили. Сегмент премиум, кстати, которые собираются, ну точнее доделываются в набережных Челнах. А что за машины? А машины — лидер корейского автопрома, фирма Сангьян. Кстати, одна из старейших в Южной Корее, и она образована в 1959 году, между прочим. А Сангьян пошли еще дальше. Они вообще не стали велосипед придумывать. Зачем его надо придумывать, если можно взять базовый двигатель от Mercedes и внедрить его на раму, между прочим, и воткнуть сюда мерседесовскую же коробку со всеми функциями управления. И в результате получается единственный равный Mercedes. Для меня было странным, когда я читал пресс-релиз, когда некоторые, наверное, неопытные журналисты позиционируют полноприводный джип с возможностью путешествия как на заднем мосту, так и на повышенной функции полного привода, так и на пониженной. Почему-то сравнивают его с паркетниками, с явными паркетниками, типа Hyundai Santa Fe, другие. Это неграмотное решение, потому что автомобили на раме, который предназначен для форсирования любых условий бездорожья, при этом с таким фаршем, как то двудиновая магнитола, климат-контроль, двигатели от 2,3 литра до 3,2 бензиновый. Соответственно, есть еще и 2,7 турбодизель с могучим двигателем 163 кобылы с обалденным крутящим моментом. И все это плюс комфорт, плюс полные размеры, я не знаю. И, кстати, до 10 июля у вас есть уникальная возможность сэкономить 60 тысяч рублей. Для этого вам надо приехать на фирму «Автоград», наш любимый ненаглядный, который нам дает возможность прокатиться на этих автомобилях, что на Маржине 9, и приобрести себе автомобиль, который многие уже себе приобрели. И даже невзирая на, уникальность дизайна, я вам скажу, что надежность и комфорт в этом автомобиле выше всяких похвал. А теперь о том, для чего кое-кто не доезжает. О конкуренции. Так получилось, что многие автопроизводители, интегрировав раму в кузов, потеряли главную составляющую джипов – долговечность. И одновременно нафаршировали эти загадочные создания седановскими примочками, что в случае нормальной внедорожной эксплуатации на надежности сказывается не лучшим образом. Здесь же все добротно и грамотно, ничего лишнего, полная функциональность. Да, машина стоит недешево, но это не Китай и это не Европа. Но это мерседесовская надежность жизненно важных узлов. Приятный пластик и элегантная мощь в оригинальной форме.